Передача, бросок выше ворот. Ну, а вот теперь, пожалуй, все. Теперь, пожалуй, все. Вот так! Вот это номер! И Евгений Федоров приносит победу своей команде. Ну, за сколько? За 2 секунды до конца дополнительного времени, когда команда играла в меньшинстве. Пусканул в домик. Победа 2-1, как и в первом матче.